Ролик создан при поддержке группы Clive Barker's Undying Возрождение. Проходите и подписывайтесь. Приятного просмотра. Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Возвращаемся к просмотру. Ну, это, как я говорил, будет периодически все это выходить. Модов по Undying. И, собственно, сегодня у нас будет мод под названием In Extremis. Это, я так понимаю, судя по количеству файлов, это, возможно, даже будет, который я там скидывал, это, возможно, даже будет прохождение. Поэтому посмотрим. То есть я не знаю, насколько он длинный, насколько он легкий, но я посмотрел, вначале там есть своя заставка, поэтому, собственно... Собственно, вот и все. Что тут еще говорить? Так, блин. Так, пишем. Open. In. Не, подожди, что там как-то надо писать? Я забыл. Сейчас, секундочку, сейчас все посмотрим. А, нет, не так. Open и... Next. Co. И next co. Это похоже... Ну, Q0. Но звучит как похоже эти чуваки из Undying, из Clive Barker's. Miramax Inferibox. Ладно, поехали. Чё? Блядь, ну ты серьёзно, да? В конце ещё этот... Раскользнуло. Не надо, всё вот так. Смотрим. Pursuit of power must be stopped. What say you, Patrick? What's a novice like you doing in a place like this? You're risking the mistakes of the past, idiot. You're opening up Pandora's box here. Don't damn humanity with your arrogance, Otto. Funny, that was what that little witch Bethany said to me before I killed her. Oh, don't be a fool. You cannot use my own magic against me. I'll show you real magic. Now, it is time for you to realize who you are fighting. Bethany, but you're dead. Fool, I will be your last regret. Damn you, witch. You'll pay for this harassment. The worms await you. Так, ну я субтитров, естественно, добавлю. А, ё-моё, что ж так быстро-то? Блядь, подожди, мышка хорош. Хотя бы вот так. Уровень сложности, как обычно, средний, поэтому... Блядь, не то нажал, ладно. Так, сейчас, момент. Я просто проверю, а то мало ли. Да, все нормально. Потому что как-то больно бодро он идет, для, тем более для мода. А так, давайте читать, да. Я сбежал... Я сбежал от смертоносного гнева Отто Кессинджера. Снова. И, типа, я боюсь, что это, типа, ненадолго, ну, короче говоря, ненадолго получилось у меня сбежать. Otto has embraced the curse of insanity. Otto поражен безумием, проклятием безумия, and he hell-bent on securing my destruction.
Handbell, вот не знаю, ну типа чертовски одержим тем, чтобы меня уничтожить. He will stop at nothing to achieve the end. Он не остановится ни перед чем, чтобы довести это дело до конца. Мне нужно двигаться. Put a little distance between myself and Madman. Нужно увеличить расстояние между мной и этим безумцем. Так, окей. А, блин, я тут в The Space, кто видел опять же ролики, вот, блять, уже все позабывал. Что у меня тут есть? Есть молния, кстати говоря. Я ж Dead Space первый прошел, второй прошел. Не могу пока про него ролик записать, но я прошел второй Dead Space. То есть смотрел обзор первого у меня тут на канале был. Ну как обзор, мнение мое. Блять, пиздец. 7? Нет, как было. А почему-то не загрузился. И поэтому мне сразу хочется это сделать. Нажал и посмотрел, куда идти. Так, здесь пока закрыто. Здесь это, блин, как же резко-то. Подожди, что так прям это. Что-то прям очень резко. Так, а там что-то полезное есть, я вижу. Ну-ка. Увеличивающая мою магию. Ну окей. Бля, я гений. Стоям, а? Все норм. Блин, ну туда же можно. Здесь портал. Ладно, окей, давайте попробуем сходить вот туда. Да ё-моё, серьезно. Что-то у меня все это куда-то не допрыгивает, все куда-то что-то не то. Но я в него отвык, конечно. Блять, я в него очень отвык играть, потому что я в него играл последний раз очень давно. Не, подожди, он теперь что, не допрыгнет туда что? Типа там было сверху чуть-чуть, и поэтому он. А, нет, допрыгнет. Окей. Так, я, правда, теперь туда не схожу. Вот в чем дело. Вот туда я теперь точно не схожу, потому что я наверх-то по колоннам не заберусь. А, я, кажется, знаю, куда меня сейчас переместить. Мне надо То есть это просто собрать аптечки, да? Меня сейчас переместить за ворота. Блять, какого хера? Я ж переключал на другое заклинание. Попасть, конечно, при такой... Да ёб твою мать. Чего? А, угу. Нет, камушек хотя... Можно. Я сейчас буду вначале жестко тупить, потому что я очень давно у него не играл, и, соответственно, я сейчас буду немножечко это... Поехали. Ключ. I believe this to be the remains of Fanchus Dirais. Партизан, аристократ. Партизан, блять, аристократ. Парижан, аристократ. The Kissinger most dangerous sponsors. Похоже, что это останки Франсуа Дирайса, парижского аристократа, одного из самых опасных спонсоров Киссинджера. In the dark arts, the reigns was always trying to find the portal. So, what we call the World of Wonders. Типа обычно темным искусством, Дирайс всегда пытался найти портал, который он называл «Окно в мир чудес». Место с неограниченной... место неограниченной силы и магии, ну, неограниченной власти и магии. It seems we found on Eris instead. Arcane City of Dead and Shadow. И похоже, в конце концов, он нашел Анейрос, древний город смерти и теней. I can help, but suspect that Otto had something to do with this. Я ничем тут не могу помочь, но
suspect that Otto had something to do. Но я думаю, что у Отто есть что-то, что с этим поделать. Что-то немножко я не догоняю. Where is a gold key? Trying in my body. И рядом с телом типа лежит золотой ключ. Но то, что золотой ключ лежит, этого я уже понял. Так, меня здесь не будет? Так, ну думаю, туда прыгать не надо. Сказал я и понял. Так, ладно, раз уж я здесь, давай посмотрим. А, тут нихера нет. Блять, ты прыгать-то будешь сегодня, нет? Патрик? Ты такой вообще умный, конечно. Так, вот теперь сохраняемся. Не, я что-то думал, что он, честно говоря, долетит, а он не долетел. Ну, в том смысле, что я в пропасть. Блять. Что я в пропасть-то упал. Подожди, так ногу меня отнялось? Не, нахер. Кстати, пишут, у меня здоровье не полное. А, я на огне немножечко. Да-да-да-да-да-да-да. Я брал там волшебную. Да ёбаный твой свет, сука, как это, блядь, неудобно, а? Когда ты поиграешь в другие игры, после этого играть... Ну, сука, вот он же прыгал с одной на другую, какого хера? После этого играть в Undying очень неудобно, серьезно. А чё я перед этим проходил? А, перед этим я... А, надо было просто идти. Перед этим я долго залипал в Нью-Вегас. Да-да-да-да-да. Трёшку проходил. Продолжал. Вот поэтому мне неудобно. Ну ладно. Не-не-не, нахуй, ребята. Так, второй. Окей. Уже на что-то похоже. Так, здесь по углам вроде ничего не было. А, кстати говоря, мне же не сказали, там было в описании написано... Ну да, в описании было написано, но этого нихера нет, что у меня, дескать, экипирован фонарь. Поэтому можете, типа, не пользоваться постоянно вот этим вот. Но, по-моему, тут немножечко наебалка скрывается. Никакого фонаря. Возможно, что-то я не так прочитал. Там было вроде написано про фонарь. Я не заметил никакого. Так. Помните, было в паре предыдущих роликов, был фонарь. Так. Здесь можно пойти в два места. Можно пойти сюда. А можно пойти... А, ну здесь два рычага. Окей, надо. Сходить надо и туда, и сюда. Потом откроются ворота. Ёбаный... Блять, все-таки попал, а? Чего, блять? Перезаряди! Как, боже, какого хера у меня патронов нет? У меня же в инвентаре вот патроны есть. Вот сколько? 6 из 5? Блять. А, ну патронов 11. А, ну охуенно, то есть у меня еще и патронов нормально в этой игре нет, да? Ну, прикольно, что могу сказать. Я на самом деле люблю, что игры, что модификации, когда какие-то сложные модификации к ним, что когда какие-то сложные моменты тебя оставляют безо всего, сука, вообще. Так, подожди, один. Да, блядь! Иди отсюда нахер. Говна, сука. Я, собственно, так и хотел с самого начала. Давай, все, проходи. Хотя, ладно, успею. Не, нахер, блядь! Я лучше пойду по этому краешку. Так, вот тут там есть что? Не, ну, понятно, что у меня есть камень, у меня есть заклинания всякие, поэтому... Ну, блядь, да еще два, да вы чё? Сука, ага, я думаю, сейчас заставка будет пошел нахер. Не два даже.
Всех нахуй отсюда. Нормально. Не, когда есть вот такие вот места, где их можно с собой выскинуть, это неплохо. Ты же не будешь вставать, чувак, а? Я как лично черного трону. Блять, да ёб твою. Ребятки, сюда идем. Как вы заебали, а? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Пошел. Чувак, это меня подглючило, а не тебя. Эй. Мне, походу, тоже вштырило. Сюда идем. Я с тобой там драться не буду, иди нахер. Зелебоба. Вот так. Так, ну хотя бы 22 патрона есть, отлично. 24 получается. Вот разрешение чуть повыше поставил, и цифры вообще нифига нет. Я не помню, говорил я в ролике про прошлый мод. Я тогда должен был, в принципе, и всех хотел записывать, а что-то у меня не это, не пошло. У меня там, оказывается, в игре в настройках есть лаунчер, в директории игры есть лаунчер. Запрятанный, чтобы можно было настройки свои выставлять. Так, а вот сейчас интересно. И чё? Как бы дальше-то? А, понял. У меня был ключ. У меня ключ появился. Да, блять, вот чё вот ему здесь не нравится? Всё, понял, что дальше. Поехали. Там, по идее, 5 или 6 файлов было, соответственно, это каждый файл — это карта игровая. Патрончики для двустволки — это хорошо. Открывай, открывай, открывай. Открывай! Такая дверь скромная, она как-то, она стесняшка, она не хочет, она как-то такая, нет, нет, ну я не могу открыться первому встречному. Смажь меня хотя бы для начала. Блядь, так, это судя по этому, это на самом деле просто храм. Судя по расположению комнат, по-моему, это храм, в который мы попадали. Да-да, чё, спился нахер, а? Всему. Судя по количеству бутылок, это вино, ну я говорю, это вино на вкус ужасно. Jerome to destroy the entire batch before anyone that gets sick from it. Надо, короче, уничтожить всю партию, прежде чем кто-нибудь им отравится. Чувак, открою тебе страшный секрет. Когда ты хочешь уничтожить партию вина, его можно просто вылить. Его не надо все выпивать. Поверь мне. Я, конечно, понимаю, что он герой. Он решил бороться с алкоголем путем его выпивания, но... Похоже, что отравлено. Ну, столько вина выливать. Ну, вы чё? Так, кто там? Кто? Давай. Кстати, не знаю, в начальной заставке, в диалогах это было из игры, или чем черт не шутит, связались с актером, и он наговорил новых фраз. Потому что я это не помню, я не настолько досконально помню игру, чтобы это сказать. Так. Mind in this part. Guest house. А, я что-то не очень помню, видимо, эту часть гостевого дома. It's so lonely here, and I hate going up and down these stairs. Если так одиноко, я ненавижу ходить вверх-вниз по этим лестницам. Something strange sounds. Где-то звучат странные звуки, которые меня пугают. The other girls called me a fool.
Those girls called me a fool when I told them a talent. А, это чья-то записка. Другие девушки называли меня глупышкой, когда я говорила, что верхние, что здесь комнаты наверху заполнены всякой жутью. Я думаю, это Патрик пишется, я еще думаю, странно как-то. Он такой, да, точно, я же записку нашел. Так, F5. Это вниз, а тут что? Locked. Так, тут что? Вот где-то камень, вот он прям вот. А, вот. Так, что можно тебя куда вкачать? Камень, давай камень. Наверное, сюда же мы и вкачаем, чтобы нет-то. Птички две, патроны. Знаете, на патроны пока что аптечка. Хотя пусть будет, наверное, аптечка. Хотя не, пусть не будет, а то я случайно ее юзану и получится говно. Так, это я спустился, пошли сюда. Ага, спустился, теперь поднимусь опять, нормально. Так, ладно. Сгусток облака тьмы просто набросилась на эту бедную женщину и убила ее. I have never seen anything like that. Такого никогда такого прежде не видел. I wonder if something would be crossed over from the coast city. Нейрос. Возможно, это что-то пробралось из-за Нейроса сюда. Whatever it is, and whatever it came from, I have to desire to meet up with it. Короче говоря, откуда, что бы это ни было, откуда бы оно ни явилось, я такое чувство, что я должен с этим встретиться. I'll have to be on my own. А, короче, я буду на страже, все так, понял. Сначала четкий парень. Да что ж позакрывали-то от меня? Что, следующая карта? Я не знаю, говорю, будет длинная или нет. От того, что много карт загрузил, это еще не факт, что это... Ну, она, кстати, хорошо весьма сделана. То есть она не... Вспомните, сколько были, они вообще тормозили жутко. А это ни капли не тормозит. Давай, что-то. Что за заклинание мне дали? Давайте черепа. Ребят, просто черепа. Щит. Щит. Так. Ну, это мы читали в оригинальной игре. Так, щит. Щит. Блин, раз здесь дают щит, значит его надо юзать, а значит я вкачал камень не туда, поторопился. Ну да ладно. Понял, а тут чё? Тихо, бля. Значит, вот так вот мы F5. Пойдем направо сначала. Давайте в сад. Даже под дождем она, в принципе, не сильно проседает. Это прям чудеса какие-то. Хорошо оптимизированный мод, это на самом деле. Блять, тут мышка что-то такая резко сильная. Вроде уже убавила, все. А тут ни хера нет, пошли. Служебный ключ, окей. Сюжетно я не знаю, как он подвязан, и когда это дело происходит, там до, после. Ну там Кейсинджер же в одном из модов. Я, кстати, не смотрю что-то по авторам. Возможно, это типа, знаете, одни авторы потом типа, продолжали делать других, потому что... Нахер съебался отсюда, блядь, какой я кривой. Блядь. Да ёб твою мать! Я отвык совершенно от здешней боевки. Так, мне, значит, нужен какой-то другой ключ. Ладно, поехали поищем.
Надо было, наверное, щит, конечно, заюзать. Дробовик на этого парня тратить. Что спиной комиссии? Да, елопалась. Все открывается. Даже чудеса какие-то. Подождите, а где камень? Камень уже здесь же был. Вот он, да. Вот так вот. А то щит как-то очень уж недолговечный. Да открой ты, господи, что же не скрывается сразу. Библиотека. Чувак, погоди. Погоди. Возьми. О, господи, Гертруда какая-то. Графом, Гертруда, графоманка. I can no longer deny what frightened truth what we beholds. Короче говоря, не могу отрицать ужасной правды, что этот дом был захвачен Malevolent. Вот это вот. Короче, вот это слово я хер знаю, как оно считается, какими-то силами. Силы зловещие реют над нами темные... Не, ветры зловещие реют над нами злобные силы. Нет. Ветры зловещие реют над нами... Темные силы нас злобно гнетут, во. Так, strange things have been happening on light ever since Monsignor Dre's disappearance. Короче говоря, странные вещи происходят с тех пор, как пропал Монсеньор Дрейс. Фактически, but simply did not imagine. Но я такого представить не могу. Were anything more than pranks and girls. Поначалу, типа, наверное, думала, что это не иначе, чем просто розыгрыши, какие-то придуривания нескольких служанок. Ну, типа, придуриваются служанки тупые, что с них взять? This morning I saw something in the conservatory and left my daughter to embarrass and to have a little manifest. Вот, блять, вот что это за слово такое? Такое в жизни никогда не видел. This is from beyond the grave. Короче говоря, ну вот тут я в музыкальном зале увидела этого дома то, что не оставило никаких сомнений, что это из-под потусторонние силы. I was now the only person to witness my thing on a conservatory and the charm was with me. Я был не единственным свидетелем того, что произошло в этой вот, ладно, будем называть в консерватории, как здесь написано. Ну, я понимаю, что консерватория это и есть, просто это музыкальная комната имеется в виду, а не зал консерватории. Естественно, не московская консерватория. С ней был Джером, looking for Beverly. Слово Блэтхер, блин, какой Блэттери? Блэттери. Ну, фамилия, наверное, Блэттери. Он сказал какую-то Блэттери. But I fear whoever will not be able to corroborate my story. It has gone completely mad. Но я боюсь... Он... Не понял. Короче, Джером был с ней, но он ее историю воспримет как типа, что она поехала. Странно, он вроде был с ней. Возможно, опять же, что-то я не догоняю. Если что, в комментах пишите, но, по-моему, я просто что-то туплю. He begged me to... Или она тут пит. Look him in the back. And I'm very key in my courtyard. Короче, она его где-то... А, он умолял меня... Подожди. What he will not be able to corroborate my story as he...
А, он, короче, не может, типа, потому что он сам свихнулся. Все, понял, свихнулся он, а не воспримет ее. Он умолял меня запереть его в задней части дома и, типа, похоронить ключ во дворе, закопать ключ во дворе. He also told me to leave the grounds at once to get as far away as possible. И он просил меня, типа, отсюда свалить как можно подальше. Так далеко, как только я смогу. From this... с этого проклятого дома. I will know exactly what... Perhaps I will visit my sister to Canada. Я именно это собираюсь сделать. Возможно, ищу свою сестру в Канаде. Но first not going to ski. Но в первую очередь мне надо избавиться от ключа Гертруда. Ну, я так понимаю, я нашел Гертруду и ключ во дворе. А это значит, что Гертруда сама была служанкой, соответственно, это она просто рассказывала про то, что здесь сказать. Все остальные это восприняли как бред служанки. Блять, ты будешь залезать? Серьезно? Ну, может, на стол сраный зал? Ну и как я, блядь, должен это, эти патроны, если он не может за ним... Ёб твою мать. Ёб твою мать, серьезно? Ох ты ж говнатый кусок. Так, ребят. Да, блядь, постойте вы, ну, куда вы, пацаны? Баб Мани, вы куда? Так, шей. Что ж ты так плохо умираешь-то? Так. А, щит ничего так, да? Он как бы, ну, тебе похуй, да, что у меня щит? А, ну, у меня кончились патроны, красота. У меня бы они не кончились, если бы я мог вот этот, блядь, взять патроны. Твою мать, блядь, какой же говно, а? А ты умирать-то вообще будешь, нет? Так, а теперь все-таки вопрос на засыпку. Ура! Ура, блядь! Зажигательные патроны, сука. 4 штуки, охуенно! 4 штуки. Аж на 4 штуки зажигательных патронов у меня есть. Прям вообще четко. Ох, я использовал сервант ки. О, здорово, говно! Так, ключ от люка. Иди отсюда. Не видишь, мы с чуваком тут на картах сидим, обсуждаем все. Вообще, ты это... Иди отсюда, говорю. Иди отсюда, блядь. Отсюда в жопу. Я все хотел его на превьюшечку зафоткать. Получилось какая-то залупа. Вот так вот. Так, это у нас какая? 33-55. Ой, господи, уж мать. Так, 3. Ладно, я взял ключ от люка, это уже хорошо. Чувак, давай до горы, гори, моя звезда. Отлично.
А, сюда я сказал, схожу потом, потому что... Опа, опа, оп! Красота. Ну, потому что, короче, что-то я тут пересрал, всякое темное пятно было, ну ладно. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Крой. Блять. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Чувак, давай я просто выйду, ладно, можно? Блять. Спасибо. Слава богу, он меня не согрелся, а то в условии того, что у меня всего два патрона, было бы очень не нужно. Да, только дайте не скелеты, ребята, я вас очень умоляю. Так, at first I assumed the trap drawn the gazebo won't let me to the cellar. Короче, эта дверь привела меня в подвал. Зачем он, типа, он рассказывает про то, что была дверь в саду, я не понимаю, мы сами это отлично видели. But it appears we're mistaken, it's... But... А, он думал, что она пройдет в подвал, но он ошибался. It's in the series of stone passages. Судя по всему, здесь есть, типа, ряд этих каменных проходов, катакомб, running under the house grounds. And I say they were long before the house was even built. И они здесь были задолго до того, как дом вообще построили. То есть, типа, не для дома сделали, а они были изначально. I intend to find out where they lead. И, собственно, ему надо выяснить, где же они заканчиваются. Ладно, давайте мы выясним это в следующей серии. Я подозреваю, что хотя бы на две серии эта прохождалка это потянет. Пока, честно говоря, такое, то есть, ну, мод и мод. То есть, ну, побегать в паре новых уровней и новый этот. Ну, что-то как-то не особо. Ссылка на плейлист с остальными модификациями. И если это будет большой мод... Ну, в любом случае, даже если две серии отдельные, под него папочка, наверное, будет. Там, конечно, посмотрим, будет в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал автора доставки и музыкальной темы. В группу по андайнгу, куда это тоже будет выкладываться, обязательно тоже вступайте. И всем всего доброго, играйте в хорошие игры. Всем пока. Я сейчас, естественно, до конца его, наверное, запишу, потому что ничего нет.